Всем привет! Другая жизнь с вами. Так, ныкаемся от ветра. Короче говоря, вот и наступил долгожданный небольшой отпуск. Сегодня приехали с Москвы. Есть несколько часов, но, естественно, мы дома не усидели. Поехали сюда, на Домонгольское поле, походить. Вообще цель-то, как бы, это леса, но сегодня походим по полю чуть-чуть, разомнемся. Снимаю на маленькую камеру, ее отремонтировали, посмотрим заодно, как она работает. Смотрим, есть ли лосиные мухи или нет, но пока нет. Но такое ветрище сейчас вообще людей-то сдувает. Уж не то что. Мы на другом автомобиле, копмобиле. Вот такой вот УАЗик себе заимели. Вот второй машины. Патрол пока ремонтируется. Поставили его на обслуживание. И взяли вот такое чудо. Будет кататься. Ты чего? Я думал, что-то нашли. Нашла. Поздоровайся с народом-то. О! Пойдемте сейчас вниз слазим, посмотрим. Отошли чуть-чуть от синего кита. Его, кстати, синий кит зовут. Он мальчик. Ну и первая находочка на сегодня. Да. Ух ты, ё-моё. Вы посмотрите, какая красота-то. Это вот тот период, тот самый хороший. И чернил. Ну, чернил, естественно. Смотрите, какая. Сейчас фокус тестирую. Вот такая изумительная штучка, пряжечка. Ну, тут вообще без разговоров сразу в коллекцию идет. Я вот с этим хожу. А, с кусочками с какими-то с прошлого раза. Сейчас до тут дойдем. Прохладно на улице. Ветрище сильный. Ну да ладно. У нас есть чаек брусничный. Она так замечательно звучит. Душ, наверное. Громко. Такая штука-то здоровая. Ползем. Здесь где-то высокий клевер прорастать начинает уже. А где-то какие-то проплешины. Ну и вот по ним более-менее. Я сегодня опять с большой катушкой. Пойдемте вот до туда. Трава-мурава немножко прилегла, конечно же. Наверное, да. Смотрите, вот там наш поле наверху. А я спустился в низину. Что у меня в башке-то, господи, нацеплял здесь. Здесь у нас речка течет. Воды вообще нету. Вот сейчас бы походить бы, конечно. Здесь мы, по-моему, не лазили в этом месте. Сейчас здесь прозвоню чуть-чуть и обратно полезу наверха. Мало ли что. Осень, конечно, классное время. Насекомых нет. Не жарко. Трава уже ложится. Вон та же пойма интересная, вон там. Так, давайте здесь проверим, мало ли. Здесь могло быть русло, наверное, шире речка-то была раньше. Гораздо. Сейчас зашли к машине чайку попить. Решили подспуститься во враг, потому что там внизу... Да нет, читаем. Внизу находили наконечник, ну и много всякого там подальше. 1903 год. Перл вообще, здесь вообще никогда империи не было, нашли империю. О. Значит, здесь ходили. Уходили, естественно. Если там грозненская чешуя. Херовый сигнал, причем был ужасный. Итак, спустились вниз, вылезли из оврага, ничего не нашли. Два раза утонули в болоте. Здесь нашли пуговицу связистов, я так понимаю. Связистов здесь закопали. Или что-то типа того. Ну, судя по молнии. Ну да. Ладно, решили переехать чуть-чуть. Сейчас до машины дойдем, еще в одном месте прогуляемся. Смотрите, друзья. Папоротники такие красные стоят уже, подсохшие кругом. Короче говоря, переместились мы в следующий день. Дождь нас выгнал. И выгнал у нас капитально. Просидели дома 2 дня. Просто лил беспробудно. На секретное место еще одно, которое проверить мы так и не попали. Дождь закончился сегодня. Вечер уже.
Решили все-таки дойти до пня, где чешую тогда собирали. Не пойму, что с фокусом. Есть фокус? Нет фокуса. И все-таки его выкорчивать. Все лет собирались, никак руки не доходили. Ну идем опять дорогу в сотый раз прозваниваем. Есть копеек квадратик. Гнутенький. Ну это все, ладно. Вообще сейчас, конечно, замечательно. Ветер стих, дождь стих. Все равно в масках, потому что лосиные мухи еще пока не угомонились. Удивительно. Вот такая сказочная красота лесная. Ну вот, дошли в очередной раз до пня. Хотим мы его изъять сейчас оттуда. Из ямки. Скажем так. Сейчас еще что-нибудь названит обязательно. Еще пятнашку там нашел одну. Потом покажу в квадрате. Сейчас попробуем. Дождь пошел, блин, опять. Что с фокусом, понять не могу. То ли с фокусом, то ли непонятно. Приступаем. Что, друзья, достали мы в итоге пень. Сейчас обратно уже затолкали. Ничего тут больше нет. Гильзу только вон под березой авиационную нашли. Вот такую. Чего-то больше нету. Ладно, времечко еще есть. Пень мы выкорчивали, как и собирались, в принципе. Пойдем еще прогуляемся где-нибудь. Недалеко. Может, просто пошире зону взять? Ты имеешь в виду где? Ну, вот туда пройтись. Ну, сейчас надо, да, здесь день потолкаться. Глубоко-то не полезем. А здесь походим. Так вот и ходим здесь окрестностями, полянками. Чуть не заблудились нахрен в трех соснах с непривычки. Здесь были мы на этой, та такая поляночка круглая, небольшая. Мы как-то здесь заходили сюда, когда снега было много, ничего не нашли. А здесь сейчас возле пенька, смотрите, какая. Да-да-да. Да. Смотрите, какая фигурина красивая. То ли конина, то ли от подсвечника. Нет, это от подсвечника больше. Целая. Замечательно. Очень даже замечательно. Вот опять пошел дождь. Это что-то, какой-то кошмар, ребят. Опять все мокрые, грязные, как черт. Раскладывать особо нечего. Пяток монет всяких разных, вот за два этих двухчасовых выхода. Ну и вот эта фитюлька. То ли от подсвечника, то ли... Почему пряжка-то историческая? А, ну пряжка, да, да, историческая, это в зачет, да, я что-то про нее уже и забыл совсем. Ладно, завтра будем придумывать что-то еще. Я надеюсь, конечно, что дожди эти закончатся, а то они одолели уже просто. Хорошо, конечно, прохладно, прольет, но это перебор. Мраковисин приток. Да, мраковисин. Ладно, ребят, спасибо, что с нами ходили. Всем здоровья. Пока.